Коллеги, здравствуйте. Сегодня я хочу вам показать комплект программ для того, чтобы делать предметные указатели в русских книгах. Причем такое, что разные падежи, термины многословные – это вообще не проблема. То есть вот сюда что-то засунуть, какой-то большой список, ну это проблема. Наши падежи, русский язык, особенность русского языка – с этой формы, но никак не согласуется. Вот в качестве образца выбрана книга «Сказка о рыбаке и рыбке». Будет вот такая папка «Дема». В ней есть папка «Инфо», и в ней есть «Golden Fish Story», то есть вот та информация, которая согласуется с этой сказкой. Вот здесь словник. Вот такой словник двухуровневый. Как это работает? Точнее, как это работает, об этом будет несколько видео. В одном видео все не расскажешь, просто мозги закипят, и это не нужно. Я потихонечку вам буду рассказывать о каждом конкретном моменте, о каждой особенности этого процесса. Все достаточно просто, но об этом нужно рассказывать постепенно, не спеша. Сейчас я вам покажу просто результат. Итак, у нас есть сказка. У нас есть программа, вот такая, два окна. Сейчас это будет работать окно. Будем работать в файле, загрузить таблицу. Вот мы загружаем таблицу. Это окошко можно свернуть. Вот оно сворачивается в его место. Поместите на экран, оно будет тут размещено. Вот здесь видите этот самый словник, который я вам только что показывал. Вот он в текстовом виде, в обычном. А вот здесь уже он, это первый уровень в иерархии, это второй. Есть греб запросы, об этом будет отдельный разговор. Сейчас я просто показываю результат. Итак, мы выделяем таблицу и говорим, что готовить задание на работу с текстом. И вот мы пришли в наш текст, вернулись, ставим курсор в текст и говорим «обработать». Вот, как видите, старуха поддерживается, ловил неводом, закинул невод, с падежами все хорошо. Золотая рыбка. Два слова в термине. Золотую рыбку, падежные формы. Золотую рыбку, первая буква прописная. То есть и регистр тоже поддерживается. Ну вот так все это очень быстро делается. То есть повторяю, что тот предметный указатель вот сюда поместить, ну я бы не взялся. А с тем инструментом, что я вам покажу, это все делается очень быстро. Ну и теперь самое время сделать сам указатель, да? Вот в этом окне есть такая опция. От нее есть действительно прок. Вот указатель. Упорядочим номера страниц. Для этого тоже отдельный скрипт есть. Вот так все работает. Этот скрипт вы можете попробовать. Будет демо-версия, вот она. До 1 июля действует. Вот здесь есть справка о программе на 21 страницу. Тут действительно очень много что говорится. Я обо всем вам подробно расскажу. Сегодня просто только демонстрация. Давайте я сейчас покажу еще один момент. Вот, допустим, у вас есть какой-то индекс, и вы хотите его переделать.
ставите курсор текста, говорите удалить. Он удивляется, спрашивает, нужно ли это. Говорит, да, данные будут собираться заново. Удаляется индекс, удаляется красный цвет, которым выделены все термины, которые здесь найдены. Ну, а дальше снова мы должны загрузить таблицу, готовить задание. Загрузить таблицу. Выделить нужные строки. Да, сейчас нам нужны все строки. Подготовить задание. Ну вот можно здесь сейчас сказать, что с учетом регистра обработать. Ну вот то, что получилось. Я думаю, что лучше я вам сейчас расскажу идею, вы поняли, что можно попробовать. Если есть интерес, то можно скачать этот скрипт, вот этот, да, демонстрационную версию. Здесь есть в папке bin, в папке info, есть папка goldenfish story, здесь находится вот этот IDML файл индекса, и IDML файл самой сказки. Как делать, вы видели, что я запускал вот этот файл ProStory.org. Вот этот. Не из папки bin, а вот такой. Ну и дальше все в видео показано. Я думаю, если вам интересно, пробуйте. В следующем видео я расскажу о следующих моментах этой работы.